не играй, куда ни пойди, кто бы ни встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познает, смелее котики вперед! Мяу! Котики вперед! Хочешь кататься, умей дождаться. Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку. Ой, билетики! На лучший в мире аттракцион — лапшичные виражи. Скорее побежали! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и побежали, минуя горки суперсосиска, скучное салатное колесо, прямиком к аттракциону, на который им так не терпелось попасть. Лапшичные виражи! Хотите кататься? Ужасно хотим! Тогда, детки, вставайте в очередь и ждите! Лапшичные виражи откроются с минуты на минуту! Котя и Катя встали в конец очереди. Но Кате настолько не терпелось, что она не могла ждать. Я же больше всех хочу кататься. Почему я последняя в очереди? Я должна быть первой. Смотрите, мороженки раздают! Где? Ничего и не раздают. Эй, ты прошла вперед! Ха, а ты ждешь своей очереди? Вот и жди. Нечестно, почему она первая? Ну погоди, я тебе задам. Кто умней, тот и первей, кто умней. Катя, спасайся! Макаронный паук-великан! Ты обманул меня! Сама обманщица! Неправда! Врушка! Сам такой! Ребятки, сейчас я вас эх прокачу! Подходите сюда! Кто у нас первый? Я! Нет, я! Эй! Стойте! Строго по одному! Вагончик сломается! Эй, не толкайтесь! Подвинься! Убери локоть! Ой-ой! Вагончик сломался. Покатались, называется. Закрываюсь на ремонт. Ну вот. И тут появился таинственный незнакомец. Что за хмурые лица? Мы хотели покататься на виражах, но вагончик сломался. Сломался? Такое уже было, когда Антон 100 тонн решил прокатиться. Но он слишком много весил, не то что вы. Мы все вместе в вагончик сели и тоже много весили. Все вместе? Не ждали своей очереди? Мне не терпелось. Мне тоже. Не терпелось? А если кататься на коньках на пруду, не дождавшись, пока охрипнет лед? Провалишься в воду и не покатаешься. А если не ждать, пока суп остынет? Рот обожжешь и не почувствуешь вкус. Эй, я поняла. Приятное получает тот, кто умеет ждать. Я ждал, когда вы это поймете. Спасибо, пап. Эй, как вы догадались? Давай сначала, Котя. И чур вперед не забегать. Да, хочешь кататься — умей дождаться. Теперь понятно, летим обратно. Котя и Катя снова отправились в парк аттракционов, чтобы прокатиться на лапшичных виражах. Но в этот раз они набрались терпения и дождались своей очереди. Кто первый? Тимоша! Тимоша, давай! И вместо того, чтобы ссориться, теперь ты, Гоша. Все покатались от души. Вот это да! Твой черед, Тоша! Потом ты, Котя! О, как же здорово! Мне тоже хочется! Эгей! Ха-ха! Ура! Теперь я! Ух ты! Котя и Катя получили незабываемые впечатления, ради которых стоило подождать.